Всем привет! С вами Ольга Яблокова. И сегодня у нас тренировка. Но мы сегодня не прыгаем, мы сегодня занимаемся ездой. Вот. Значит, мы его пошагали, это Саша на Вегасе. Вот, мы прыгаем, конкуром занимаемся. Вот, и сегодня мы будем ездить через палочки на клавиши, и потом еще мы будем делать меночки, учить его, он у нас не совсем хорошо их делает, менки в воздухе. Вот, попробуем, Саша попробует сделать, потом я сяду, она меня снимет, то есть он у нас в одну сторону меночки хорошо делает в воздухе, вот, слева направо, а вот справа налево немножечко не догоняет он, как это сделать, вот, и мы будем ему объяснять, вот, поэтому сейчас мы разомнем рысь, поездим по палочкам на рыси, на галопе, и потом в конце мы поделаем меночки в воздухе, будем его этому учить. Так, заходим на палочки на рыси. Вначале заходим налево, потом поедем в правую сторону. Хорошо. Ну, что дают нам ковалети? Ковалети нам дают то правильное, равномерное прохождение через палочки, и чтобы почувствовать правильный ритм лошади движения. То есть, как она должна двигаться правильно на рыси. Да, теперь мы поехали в правую сторону. Надо равномерно ездить и в правую сторону, и в левую сторону. Вот, чтобы лошадь у нас одинаково работала в обе стороны. И делать заезды как вправо, так и влево. Потому что по маршруту, да, то есть у нас заходы с разных сторон, и лошадь должна хорошо управляться по маршруту. Поэтому надо отрабатывать обе стороны как следует. Но если у вас лошадь проблема с одной стороны, то на нее больше уделяют внимание и отработки именно той стороны проблемной, которая у вас есть. Вот, сейчас мы через палочки прошли на рыси. Потом мы будем разминать галоп, и потом на галопе тоже поставим ковалети, раздвинем их, вот, и будем через них проходить. Так, мы начали разминать галоп. Сейчас мы будем делать перемены направления, вальты, прибавление, сокращение галопа, чтобы лошадь у нас хорошо слушала полуодержку руки и одержку, то есть чтобы лошадь у нас была управляемой, хорошо слушала руки, вот, и хорошо слушала наши ноги. Поэтому сейчас мы разомнем галоп влево-вправо, а потом будем заходить на ковалети на галопе. Ковалети на галопе я поставлю 3,50. И посмотрим, как он у нас сегодня будет на них работать. Мы заезжаем на ковалети. Ага, хорошо, стоит 3,50 у нас расстояние между палочками. Поэтому заезд на ковалете должен быть чуть пошире, чтобы он попал. Так, так. Ага. Так. Заходим немножко пошире, надо поактивнее, чтобы он попал. Так, так. Вот, хорошо. Ага. Так. Заходим направо ездой. Так, так. Хорошо.
Напомню, что жердь лошадь у нас пропускает между передними и задними ногами. То есть как бы в центре жердь должна находиться, тогда лошадь правильно проходит через палочки. Вот сейчас раз, раз. Ножку разменял он, но правильно через палочки прошу. Так, заходим мы последний раз на палочке, на ковалице. Так, так. Вот сейчас он хорошо прошел, очень спокойно, ровно, четко, в контроле. Вот. И сейчас мы будем делать меночки на нем, потому что на маршруте это нам очень пригодится. Так, сейчас мы будем делать менки с левой стороны на правую. Вот, вначале Саша попробует. Ну ничего. Сейчас еще раз попробуем. Так, сейчас попробуем еще раз. Так, поднимаем с левой ноги, выравниваем лошадь. Вот. Хорошо. Поменял вначале перед, потом зад. Но это не страшно. Ага. Еще раз мы меняем с левой на правую. Ага, хорошо. Опять он поменял вначале зад, потом перед. Он уже готовится. Выровни, выровни и поменяй. Вот. Хорошо. Ага.